Ебать, что происходит? Что, блядь, происходит? Куда бежать? Иди нахуй! Доктор, я хочу поиграть! Отъебись! Локации ты не знаю. Да хули ты орешь? Что происходит? Выпустите! Где генераторы? Как в это играть? Я не знаю, я буду здесь сидеть. Да пошел ты, блядь! Да пошел нахер! Что за дичь, народ, блядь, грёбы дал, походу, фул кровавый. Ой-ой-ой. Это, конечно, зря. Сутки не прошли уже фулово ряженый. Господи, да что с этими людьми не так? Господи, что с этими людьми не так? Они просто подходят и... А чувак там чинит гедер. Надеюсь, он не привел этого безумного докторишку сюда. Да заткни свой рот! Здорово! А, вычислили девчушку! Господи, опять до подвала ее тащить. Если вообще успею. Бля, в чем я сильно сомневаюсь. Да, блядь, опять в эту же зашел. Да иди нахуй! Дохни лежа. Господи, настолько все запутано, хер найдешь эти выходы. И входы. О, чувак, ты станешь безумным. Ты будешь страдать. Иди сюда, детка. Ну куда же ты убегаешь от папочки? Безумие. Ты знаешь, что такое безумие, детка? Ты убегать от чутикса, когда он играет за доктора. Лучше сразу сдохнуть. О, божечки. Чего ты присел тут, а? Ач! Блять, веселуха, народ. Все бегают, орут, а я ржу, блядь. Разве может быть маньяк лучше? Ну куда ж ты? Не убегай. Я покажу тебе все прелести медицины. Да. Аж две сразу бегут. Ты реально не знала, что ли? Дубль два.
Да! Мужчина! Вы куда? По-моему, я накопил на нем третью стадию. До сих пор, кстати, не могу понять, как тут третья стадия отображается. Не понял, а что с ней такое? Почему она не отошла? Думала, типа, я шутки с тобой шутить буду, педрила. Чувак. Ты здесь? Я слышу, как слегка заведен генератор. Стой, деточка. Тебе не отбежать от доктора Джутикса. Она обезумела! О боже! Ну все, последний чувак остался. А, он еще и ливнул. Профессионал, блин, 47 уровня. А доктор тебя видит, детка. Доктор все видит. Повези мне еще тут. Ой, прям под крюк. Найс. Вон, вижу еще одну. Заебись, прыгнула. Что за, блядь? У тебя кофточка дергается, деточка. Дай поправлю. Привет, Сергей Шевцов. Стой, детка. Я буду громсать тебя так долго, что ты пожалеешь о том, что родилась на свет. Да, повяжи мне, повяжи мне. Баба, давай быстрее дохни. Лиза, ну быстрее умри, он сейчас ливнет. Я чувствую, он сейчас сорвется. Сдохни уже. Ну. А? Народ. Из травы вытащить все-таки, да, понял? Здорово, Чпоникс! Рейден! Поджарился. Ну, если честно, говно какое-то. Помойка. Он просто прикоснулся к голове и спалил его. Господи, у вас у маньяка огромная дилда, да? Народ, вы задумайтесь. Они сделали маньяку огромное шипастое дилда. Но Мементо, где можно было раскрыть всю мощь этого дилдона, они сделали каким-то говёным. О боже. О боже.